Всем привет, ребята! Прошел год с тех пор, как я снял себя на видео, в котором я говорил по-русски. Я хочу сегодня поделиться с вами свои впечатления. Что изменилось в моем изучении русского языка? Во-первых, мой словарный запас увеличился на 50% примерно. Ну, многие незнакомые слова я сейчас знаю хорошо, потому что я много читаю, смотрю много фильмов, сериалов и так далее, передач. Хорошо, что еще? Во-вторых, правила грамматика я сейчас лучше вспоминаю. Раньше я не использовал их в моей речи, но сейчас я думаю, что я более правильно говорю. Хорошо? Мой совет, чтобы изучить язык, это все время посмотреть сериалы, слушать, читать и так далее. Самое трудное – это разговаривать на том языке, потому что, например, у меня здесь никто, чтобы поговорить по-русски, поэтому трудно практиковать и говорить свободно. Но если у вас есть возможность познакомиться с носителем языка, это лучший способ изучить язык. Значит, через постел можно изучить быстро, потому что ты все время проводишь с тем человеком, который говорит на том языке, который ты хочешь изучать. Хорошо? Что еще? Да, мне... Ну, я думаю, что мой русский сейчас лучше. По-вашему, как вы думаете. Но самое трудное, как я уже говорил, это разговаривать. Поэтому я хочу через год или через два года поехать в Россию и там жить на протяжении 6 месяцев или надолго. Хочу поехать туда надолго, чтобы практиковать и чтобы говорить свободно по-русски. Да. Я нахожусь, ребята, в Мадриде. Это мой город на севере, ну, мой район. Это на севере Мадрида. И сейчас спокойно, очень спокойно. И сегодня это все, ребята. Я хотел выражаться. Прошел уже год, я продолжаю. Хожу 2 раза в неделю на уроки русского языка. Каждый урок по час. Нет, по 2 часа каждый урок, получается 4 часа в неделю. И, кроме того, я каждый день час или 2 часа читаю, делаю упражнения, слушаю музыку, смотрю сериалы и так далее. Поэтому, ребята, продолжайте учить испанский. Если я могу учить русский, вы, естественно, сможете учить испанский хорошо. Я пытаюсь на моем канале преподавать вам красивый испанский язык с моим видео. Хорошо, ребята, на сегодня это все. Спасибо за просмотр. Увидимся. Пока-пока.